почти горизонтальную пыль. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Отлично. Теперь нужно выписать, сколько будет направлений. Каждый раз будет перестановка на 12 элементах. То есть 1, 2, я уже должен сделать, я потом очень легко уже назад напишу, иначе мне ничего не есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Будьте добры. Сейчас сообразить, что будет с направлениями. Вот 12 штук будет таких преобразований. Нужно разобраться с перестановками, которые возникают, когда вы на эти точки смотрите с разных направлений. Но на самом деле, когда направление чуть-чуть меняется, чаще всего перестановка не меняется. Но есть момент, когда она меняется, а именно, когда направление то самое проходящее, прямая, проходящая через две или более точки. Так, давайте смотреть. Вот сначала у меня 12 точек на плоскости и почти горизонтальная прямая. Тогда нумерация вот такая вот, идет туда. Теперь прямая начинает чуть-чуть поворачиваться. Господа, в какой момент впервые возникнет какая-то перестройка? Давайте, через эти нумераторы. Когда, какие точки будут меняться? 12, 11. А? 12, 11. 1, 2. Почему 11, 12? Через 1, 2, то и 3, 4. Не, ну параллельно. Да. Итак, я отмечаю это направление. Давайте я буду кружочек. 1, 2. Да? А заодно 3-4, а заодно 5-6, 7-8, 9-10 и 11-12. И в каждой паре происходит перестановка. Ну что, это сложно, это понятно. Когда мы дошли до этого направления, что будет потом? А потом будет вот это направление. 1-4. Ребята, 1-4 это то же самое, что 3-6, такое же направление, да? То же самое, что 8-5, 7-10, правильно? 9-12. Слушайте, оказывается, все это не так страшно. 2-4-1-6-3-8-5. Между прочим, это была пересекающая. Это 10, 7, 12, 9, 11. Отлично. Дошли сюда, до 1,6. Это будет что? 1,6, а также что? А также 2,4. А также 3,8. Слушайте, а оказывается, не так страшно иметь дело с правильными двухугольниками. Тут все понятно. 7, 12, 9, 11, в каждой такой паре они поменяются. Доспех, хороший перепад. 1,6, да? Следующее направление 1,8. Но 1,8 это то же самое, что 2,6. Слушайте, как все просто. И 1,8 то же самое, что 3,10. Я не зря их стал в кружочки такие кругляшки обводить. Оказывается, это в случае многоугольника очень даже удобно и легко. 8-1. Да? 8-1. 8-1, 10-3. Слушайте, а мне кажется, что я дальше даже могу работать вообще не глядя на ночь. Смотрите, правда, что у меня теперь единичка с десяткой. Ну да. А если единичка с десяткой, значит 2 с 8, да?
6 с четырьмя, и я просто рисую эти кругляшки, и все. Меняю. То есть все оказывается намного легче. Я-то боялся, а вот все легко. 12, 3, 11, 5, 9, 7. Так. Что? 1,12. Да, теперь 1,12. Вы абсолютно правы. И в тот момент, когда 1,12, ребята, это что? Это пересекающая операция. Обратите внимание. Вот здесь была пересекающая, потом была нитрия, потом была касающаяся. Опять пересекающая. Опять касательно, опять пересекающая. Отлично. Ну а там, где 1,12, там заодно и все остальные, правильно? Соседние такие кругляшки. Отлично. Я уже допишу до конца, но мне кажется, что вы все прекрасно уже понимаете, что здесь все легко. 9, 5, 7. Замечательно. 1,12 дошли. Теперь уже что? 1,11. А там, где 1,11, там 2,12, 4,10, 6,8, 3,9, 5,7. Все легко. Вот, получается 8, 6, 10, 4, 12, 2, 11, 1, 9, 3, 7, 5. Так, хорошо. Единица что делает? Идет еще дальше. Теперь 1, 9. Но там, где 1, 9, там у нас и 3, 7, там у нас 2, 11, опять пересекающая операция. 4, 12, 6, 10. Значит, получается 10, 6. 12, 4, 11, 2, 9, 1, 7, 3, 5. Так, единица идет еще дальше. Слушайте, ребята, просто действительно можно на доску не смотреть, да? Мы уже с вами опытные, и мы все понимаем. 10, 8, 12, 6, 11, 4, 9, 2, 7, 1, 5, 3. Следующая операция — единица с пятеркой, а значит, будет с семеркой, четверкой, с девяткой, 6, 11, 8, 12. Значит, получается 10, 12, 8, 11, 6, 9, 4, 7, 2, 5, 1. Так, отлично. Теперь дошли до 1, 3, а там, где 1, 3, там и 2, 5, и 4. 7, 6, 9, 8, 11, 10, 12. То есть получили 12, 10, 11, 8, 9, 6, 7, 4, 5, 2, 3, 1. Ну и теперь надо пройти через горизонтальное. Через горизонтальное это то же самое, что 2, 3. Там, где 2, 3, там 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ребята, и мы наконец-то пришли к ситуации, когда числа от 1 до 12 расположены строго в обратном порядке. 3, 2, 1.